Люди мрут от ОРЗ, люди почками хворают, люди лечатся потом, их землею засыпают. Но известно всем давно, что лекарство не находка, ведь посылом все равно, их убьет лишь только водка. Водка, водка, их убьет лишь только водка. Водка, 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 их убьет лишь только водка. У кого больная печень и не может он лечиться, помогает тут природа, надо просто накуриться. Ведь известно всем давно, что таблетки это слишком, ведь бациллам все равно, их убьет лишь только шишки. Шишки, 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 их убьет лишь только шишки. Шишки, 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 их убьет лишь только шишки. Нахрена вообще он нужен? Жизнь его тупа и скучна. Остаются только бабы, но без допинга любого бабы выглядят как жабы. Бабы, жабы, бабы выглядят как жабы. Бабы, жабы, бабы, бабы выглядят как жабы. Бабы мрут на ТОРЗ, бабы почками хворают, бабы лечатся потом, их землею засыпают. Но известно всем давно, что лекарство не находка, ведь бациллам все равно, их убьет лишь только бог.